очень хорошую вещь когда-то мне сказала, она это говорила в интервью. Я могу спокойно стареть с тобой? Я ей сказал да. А что это значит, в ее понимании, спокойно стареть? Ну, спокойно, что в смысле, что я не изменю отношения в семье, я не изменю ей, я не изменю того, что у нас есть. Трудно любить, она может быть спокойной. Нет, не трудно. А как вообще? Мне кажется, вообще любить не трудно. Трудно бывает прикидываться, что любишь, или трудно делать вид, если ты не любишь, и делать вид, что ты любишь. А когда ты любишь, это вообще не трудно. Трудно жить без любви. Но как нам без любви прожить? Люблю. Ты — это все, что в жизни есть.